следующий о снах и осознанных снах. У меня дочь с детства видит сны и наяву. Не бывает осознанных снов. К ней приходят духи и во сне, и наяву. Вот это означает болезнь просто. Как лечить эту болезнь? Я могу поставить в уши семена, и все это пройдет. Запишитесь к нам на лечение. Мы сейчас начали, у нас хорошая методика, вот, но уши как антенны, они регулируют психику. Расстройства психики вот эти вот, можно какие-то небольшие, там небольшая проблема, несложно. Просто повышенная чувствительность у человека, можно убрать это все и все нормально. Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели. Счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это.